Безумоўна, за кароткі час перадачы немагчыма расказаць поўна аб усім творчым працэсе. Але ж такой мэты перад сабой мы і не ставілі. Мы хацелі на прыкладзе адной із апошніх прэм'ер тэатра, спектакля «Чайка» па п'есе Антона Павловича Чэхава расказаць і паказаць вам вось той складанейшы творчы працэс, які ідзе ў кожным тэатры. Жадаем вам, паважаныя тэлегледачы, каб яго вялікасць тэатр сапраўды стаў часткай вашага жыцця. Всем зрителям хочу пожелать только одного – ходить в театр. Мы вас очень любим, очень ждем. Пожалуйста, приходите. Сапраўды хотелось бы, каб интерес до театра был, может, больше великий. Сярод молоді. Віры, эмоцій і дзеянняў, дзе немагчыма застацца равнадушным. Весь репертуар в этом театре играецца на беларускім языке. Это надо сохранять і оберегать. Вось што, хадзіце ў тэатр. Так, да. Владимир Андреевич, падскажыце. Я хачу сказаць тем, хто не быў в тэатры, што это абсалютна точна возможна. На хорошем спектакле вы можете прийти и сопереживать что-то вместе. И это вас приблизит к реальности, если вы очень компьютеризированный человек. Молодые люди, ходите в театр. Вам от этого станет только лучше. Приходите в театр, это важно, но як, это цікаво, это життё, это некий новый свет. Новый заворот до вас. Просто прийти с открытым сердцем у театр и разуметь, что у жизни бывает все. Навод такие спектакли, какие он побачит, добрые, те кепские, неважно. Ну просто поставиться для этого, до этого не як до вельми серьезной справы, а як до речи, якая крыху может быть, да помогая открыть еще одну дюрочку для разумения этого света. Адчуць вось гэты аромат і атмасферу тэатра. Раптам захочацца яшчэ раз схадзіць з сябрамі. І таму, можа, таму існуе і мастацтва, і тэатр, каб мы не забывалі, што існуе вось гэта душа бессмяротнай чалавека, як яна пакутае, вот, як яна шукае праўды, як яна шчыра хоча быць патрэбным іншым. Вось. И театр может это нагадать. И любите свой национальный театр, потому что во всех краинах национальный театр – это звышкаштовность, это душа народа. И это не просто забава, черговая забава. Это, ну, или так можно сказать, национальный театр, который створился в 20-м годе минулого стагодия, это великая национальная каштовность, это душа народа. Мы, во всяком выпадку, спробуем, как мы отповедали ментальности белорусов и вогуле традициям этого театра. Шановные сябры, наша телевизийная театральная вандровка по Национальному академичному театру имени Янки Купалы подошла до своего завершения. Дякую великий усім удельникам. Здоровья вам, добробыту, с любовью до театра.